звезды донского спорта вновь объединились в борьбе против зеленого змея. Благотворительный матч по футболу пройдет в Ростове 14 мая. На поле традиционно выйдут две команды – звезды донского футбола и Ростов без наркотиков. Из числа других – титулованных спортсменов. В этом году организаторы пригласили в качестве зрителей и трудных подростков. У нас есть возможность за несколько часов вырвать их с улицы, вырвать их с каких-то подворотен и дать возможность посмотреть и футбол зрелищно, и дать возможность тоже и пообщаться, сфотографироваться, взять автографы именно вот со знаменитыми этими людьми. Благотворительную акцию проводят в Ростове уже шестой раз. Организаторы подчеркивают, с каждым годом она привлекает все больше зрителей. Я вспоминаю, как в том году начался проливной дождь, ливень, игра не остановилась, и мало того, ни один зритель не ушел, и это наоборот придало какую-то краску этому мероприятию, очень долго об этом вспоминали. Матч в поддержку бывших наркозависимых пройдет на стадионе «Олимп-2». Начало в 16 часов. Зрителями могут стать все желающие. Вход на игру свободный.